адрес героя социалистического труда, изолировщицы Запорожского кабельного завода имени Энгельса Надежды Петровны Лагно, пришло письмо от генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева. Сердечно поздравляю вас с замечательной трудовой победой, завершением двух личных пятилетних заданий по производству продукции за 4 года и 4 месяца. Проводов, изготовленных передовой изолировщицей, хватило бы для создания 10 мощных силовых трансформаторов. В честь 25-го съезда партии передовая работница Надежда Лагно взяла новые повышенные социалистические обязательства.